За российским футболом на НТВ Плюс можно было следить уже в четверг. В Кубке России за путевку в четвертьфинал бились «Спартак» и «Сибирь». Отчет об этом матче подготовил Иван Шарких. Играть в Новосибирске в начале марта с проверенным кубковым бойцом Сибирью — испытание не из простых. Не зря Валерий Карпин призывал своих игроков подойти к этому матчу со всей ответственностью. Стадион-то может и «Спартак», но красно-белые на нем гости. К тому же без Велитона, Алекса, Магиди и Кариоки. Уже на 9-й минуте матча у ворот Диканя становится значительно теплее. Скороходову дают две попытки пробить по воротам, но ни одна из них успехом не увенчалась. Зато тут же отличился «Спартак». На 11-й минуте матча Махмудов навесил в штрафную, а Дзюба переправил мяч в ворота. Однако в голевой фейерверк по такому морозу все равно верилось с трудом. Борьбы в центре поля становилось все больше, а опасных моментов у ворот все меньше. Лишь отогревшись в перерыве, команды вышли на поле с новыми силами. И практически тут же вновь успеха добивается «Спартак». На этот раз Павел Яковлев умело разбирается в предложенной ему ситуации. Мяч от штанги, предательский для болельщиков Сибири, закатился в ворота Вашика 2-0. Затем составы существенно обновились заменами, но больше запомнилось неспортивное поведение Дмитрия Камбарова, за которое он получил красную карточку. На развитие событий это, правда, не повлияло. Московский «Спартак» побеждает Сибирь и выходит в 1/4 Кубка России. Хотел бы ребят поздравить, мужики. Вышли 11 мужиков, побились. Ну, поиграли в футбол, естественно, по мере возможности в такую погоду. Ну, поздравить всех и все. Ну, учитывая, что много молодых, как бы, наверное, определенные все-таки задачи на матч были, помимо стратегических, все ли удалось? Ну, раз 2-0 выиграли, то я думаю, что практически все. На 0 отыграли сзади, 2 забили. В принципе, были еще моменты, создавали. У нас хорошие опасности, в принципе, возникали при стандартах только.